Я сегодня вещаю прямо из 16 декабря. Снимаю максимально короткий ролик, потому что не знаю, смогу я его загрузить на YouTube или нет. Потому что в стране объявлена чрезвычайная ситуация в энергосистеме. В чате написали, что нет возможности обеспечить электричеством более 50% населения страны. Нет возможности ни выработать электричество, ни тем более доставить его по назначению. Так что света, скорее всего, сегодня не будет. Сейчас уже полтретьего дня. Интернет супер отвратительный. Его, считай, нет. Надо, наверное, печку готовить. Мои заехали на новую почту. Там надо одну посылку отправить было, одну забрать. Эдик говорит, ничего не дали и ничего не взяли. То есть новая почта не работает, потому что нету света. А если его вообще не будет долго? Уже темнеет. Так что надо поспешить. Надо поспешить. Пока светло, надо печечку готовить. Греться будем. До следующего включения.